В Актюбинской области 114 жителей выдвинули свои кандидатуры для участия в предстоящих выборах в Мажилис и Маслихаты. Сейчас идет проверка претендентов на соответствие требованиям. Выдвижение кандидатов в настоящее время продолжается. Наряду с самовыдвиженцами свои списки претендентов представят политические партии, а также общественные объединения. Всего в регионе 525 избирательных участков. 14 из них закрытого типа. Ожидается, что правом голоса воспользуются свыше 564 тысяч жителей. В данное время проводится соответствие данных кандидатов, и после соответствия окружные избирательные комиссии оповестят наших баллотирующихся людей, и с них требуется сдача декларации. Если имеет супругу, то на супругу тоже. Оригиналы квитанции и декларации они когда сдают, окружные избирательные комиссии производят регистрацию кандидата.